каркас поставлен, торцы зашиты поликарбонатом. Еще раз напомню, парник 4 метра, 5 метров длиной. Уральская усадьба представляет. Сегодня 26 апреля был произведен монтаж. Парник-теремок длиной 5 метров, ширина 1,5 метра. Выполнен из трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Окрашен в грунт эмаль зеленого цвета. Данная конструкция имеет распашные форточки на подпорах и цепочках ограничителях, чтобы ветром не открыло форточки выше. Поликарбонат использовался 4 мм, усиленный фирмы Карбокласс с ультрафиолетовой защитой 0,82 плотности. Парник поставлен на брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. Компания «Уральская усадьба» представляет парник «Теремок». Два теремка, 1,40 м ширина, 3 метра длина каждого. На данном участке свалено с профильной трубы 20 на 20. Полимерно порошковый окрас, белый. Поликарбонат 4 мм. Конек, резинки на две ручки, на фрамугах. Две фрамуги, одна двухметровая, одна метровая. Собранный брус 100 на 100, пропитан антисептиком.